Вопрос от Уга-Буга. Как зовут этого персонажа и сколько в этом мультика или фильма? Кто напишет первый, тот будет просто красавчиком и самым умным пацаном или девчонкой. Жду ваших ответов в комментариях. О, это мы в Макдональдс приехали? Да, здесь работает наш кент. Уга-буга. Первый день на кассе. Сказал, что у них очень вкусные хот-доги и бургеры. Будем сейчас с тобой кушать. Так, надо перепарковаться. Так, машина закрыта. Ну что, пошли? Пошли. Блин, классный, да, Макдональдс? Да. Только открылся, новенький. О, я его вижу, он на кассе стоит. Привет, пацаны. Привет. Здорово. Ого, вы уже хот-догов наготовили, бургеров? Это ты нам приготовил? А что ты порекомендуешь скушать? Бургер или хот-дог? Я бы порекомендовал то и то. Ну, давай тогда я буду бургер. Ну-ка. Я хот-дог. Блин, а вкусно. А котлета какая? Смотрите, какая котлета толстенная и сыр бомбейский. Самая свежая. Бургер класс. Офигенно. Так, давай еще и хот-дог попробуем. Ого, он здоровый, смотри, какая сосиска здоровенная. Ого. Пошли на второй этаж. Ого, здесь прикольно сделано. Просто классяк. А, смотри, кто-то. Это Соник думаю... стоит? Ну, похожий, только... Уга-буга. А, что такое? А что тут Соник ходит? Какой Соник? Вон на улице стоит, смотри. Так. Он идет. Так, пацаны, бежим наверх, быстрей. Что за чертовщина? Откуда тут Соник взялся? Еще выше, пацаны. Бежим, бежим, бежим. Так. Так, здесь куда так. Можно пройти? О, давайте здесь запрячемся. Так. Он там. О, ого, вот он. А, уга-буга. Он ему голову оторвал. Нет, нет, нет. Не трогай нас. Уга-буга, с тобой все нормально? Без головы лежит. Все нормально. Так, пошли. Тихонечко идем. О, там какая-то игровая есть. А где? Вот вон там, на третьем этаже. Пошли. Смотри. Гусенек, на тебя похож. Смотри, вот он стоит. Закрывай дверь, я буду держать двери, он не откроет их. Что ты там сделаешь? Ты не сможешь открыть двери никак. Вот это он прикольный, он здоровенный такой. Он голову... Он пузом ударился о пол. Ты нормальный вообще? Все, он ушел. Мне напоминает это немножко с карты. А напишите в комментариях, какой игры и карты напоминает вот эта часть. Так, пацаны, а где он? Я его не вижу. О, вот он! Бассейн с шариками тут есть. Пацаны, он за мной. Быстрее, 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 быстрее. Ой-ой. Я буду его обманывать. Посмотрим, сможет он меня догнать? Нет! Все, оторвал мне бошку. Так, сейчас я буду играть намного аккуратнее. Посмотрим, кого больше раз он в этом ролике замочит. Меня, Уга-Бугу или Гусенька. Напишите в комментариях, как вы думаете, кого больше всех он будет мочить. Все, пацаны, я буду сейчас так красиво шкериться. Блин, это я был, я хотел сказать, чувак со спины. Это был я. Так, я не понял, ты чё? А вот он опять. Да, отвали ты от меня. Нет, 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 он за... Да как ты через ступеньки хват... Вот это я заныкался. Так, помоем руки. Он за тобой? Кажется. Его видел? Кажется, за мной был. Вот он! Тихо, тихо, тихо. Быстрее, беги! Да блин! Блин, да сколько можно? Че, ненормальный что ли? Как только я его увижу, я сразу буду спрыгивать вниз. Так, я прям на краюшку стою, отлично. Вот он внизу! Смотри, уга-буги опять голову отрывает. Эй, машина нам не поломает. Ты че, ненормальный что ли? Псих! Эй, где этот Сони ходит? Гусуня, готовься, если что, спрыгивай. Так, ты его видишь? Нет. Я его тоже не вижу. Слышь, ты где? А он невидимый, скорее всего. Блин, нет, блин. Ого, его зубы страшные. Не надо, пожалуйста, не надо. Так, гусунька мочи, ты что меня мочишь постоянно? Так, надо какую-то тактику продумать. А как мы продумать, если он может невидимый вставать? О, ребят, давайте попробуем в мусорку залезть. Можно, интересно, или нет? Спасибо. Да ты запекал!
Надо будет в следующий раз, когда у меня будет голову отрывать, я ему возьму, буду бить вот так рукой по башке. А, гусенечек, он бежит. Блин, уже может через стену убивать. Надо бежать. Быстрее, 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 быстрее. А! Ты шо он быстрый? Так, я так понял, что в этой серии я буду жестко сливаться, но мне это нравится. Как? Ого, мое туловище валяется без головы. Ого, высоко, ребята, в VR это так стрёмно смотрится. Ну ничего, я буду прыгать и не побоюсь высоты большой. Да ты запекал, да сколько можно? А так вот буду бить тебя по башке. А как так получилось, что я живой? Я не мог, а я раньше мог хватать. А! Гусанёчек, я специально тебя отвлекал, чтобы ты слился. Блин, нет, он за мной. Он за... Ай, блин, опять схватил. Вот так вот буду бить. Вот это жестко у нас. Пришли в Макдональдс покушать. Тут Соник неадекватный появился. Ты чё, псих, что ли? Я буду AR2 шары использовать. Ты как-то через стену умеет? Вот это моща у меня, смотрите. В VR прям чувствуется, что у меня мощное оружие в руках. Блин, да как тебя замочить, ты неадекватный. Пацаны, надо ему сделать засаду. Я буду стрелять. Кусуняк, выходи. Если я тебя убью, случайно... Да ты смотри, он уже здесь, он опять тебе голову оторвал. Блин, ну это жестко на самом деле. Я скажу, что в VR, когда он хватает меня, и вот так у него лицо очень близко, это стрёмно. Я думаю, что на этой карте можно найти нычку. Во! Ого, там пацаны кричат. Он меня не видит. Давай, я тебя жду. А я обманул Соника, потому что я лучший игрок. Да ты, Соник, нам ничего сделать уже больше не можешь, потому что мы лучшие пацаны на планете. Хе-хей! А ты где, Дима, шкеришься? Я на самом верху. Что-то не видно. А, я нашел место, где меня не увидите. Ладно, я шучу, я на улице в мусорке сижу. Да блин, да блин, я что так буду глаза крутить? Он меня нашел. Я, короче, был на третьем этаже, в углу зашкирился. Вижу, 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 гонится, смотрите, вон там. Да не задорого. Он прям на входе, пацаны, чекает вас. Пока он мочит гусанька и ога-бога, следующий ролик по VR будем тестировать оружие, которое специально создано для VR. Там будут базуки, RPG, гранаты, снайперки, ножи. Поэтому не пропустите новый ролик по VR. Это будет послезавтра. Записываем VR через день. И обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики, потому что мы выпускаем ролитосики каждый день. И залетайте в Discord, если хотите с нами пообщаться и попасть на ролик, когда мы записываем на восьмерых. И когда будешь смотреть ролик, ты офигеешь, какое место себе нашел, потому что я... Нормально. Здорово. Вообще? А ты что, пролетел ко мне? Нет, я тут, я зашел через сзади, вон. Выход. Видишь, смотри, ты видишь, что там происходит? Блин, реально все видно. Ты понял? А он нас не видит при этом. Блин, он сейчас палит нас. Ты видишь, какое у меня оружие в руках мощное? Да. А вот это? Мне кажется, нас нашли. А! Блин, я так хорошо скерился, ребят. Я уже две нычки нашел бомбейских, которые можно выживать четко. Все, пацаны, давайте выходим на улицу, сейчас будем его мочить. Будем мстить за то, что нашу машину уничтожил. Вот он! Есть! Отнял шаром. Кусонечек, осторожно, шар летит! Блин, я предупредил. Блин, ну воевать! Блин, пацаны, я всех убиваю, и вас тоже. Есть! Давай, наказывай его! Ребята, мы должны Соника по-любому замочить. 100%! Он отсюда живым не выйдет. Так, пацаны, вы его видите? Да. Так, а я его не вижу. Где он зашкерил? Там? Там? Там. В мусорку. Так, вот он, там. Блин, классно, что я прям вижу, как пули летят. Слышь, ты что там делаешь? Давайте. Мы должны его вынести. Чтобы вы знали, ребята, у Соника 250 тысяч. Ну, у нас оружие, конечно, мощное. Ого, Гусунек, твои ядра, они просто, не знаю, с полдома. Где он? Так, надо бежать. В невидимости. Ой. Правильно я сделал. Так, я здесь стою. Не, все-таки надо на поле бегать. Этот хитрый жук, он где-то ходит, пацаны, я чувствую. И он, где он? Там, вон на крыше, пацаны, на крыше. Я сейчас уверен, что он возле меня появится. Вот у меня такая чуечка, что он меня сейчас убьет. А! Блин, вот это прыжок. Сколько у него жизни, вы видите?
1300. Ого, это мы вынесли. Осторожно, гусенек. Так, он с этой стороны сейчас выйдет. Вначале нас мочил Соник, а теперь Соник от нас убегает. А вот он сзади, где мусор. Все, бегу, бегу со всей силой. С другой стороны, обман. О! Шар АР-2, шар АР-2. Есть. Есть. А теперь гусунек посмотрит, у кого больше всех смертей. У тебя. Да я вам поддавался специально, пацаны. На тебе. Прикольно голову открутил. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.